И снова в эфире шоу «Холостяк» с Тимуром Батрутдиновым. Наталья, расскажите немного о себе. Я приехала из Таганрога, и я там это, мисс Таганрога. У меня есть интернет, и я сделала себе ботокс. Но побоялась колоть сразу в губы, и поэтому попробовала сначала на большом пальце. Во. А сколько вам лет? 4 раза вот так и 4 раза вот так. Ну ты не могла просто сказать 24. Просто когда мы проходили остальные цифры, я болела. Так с меня довольно. Девочки, идите все сюда. О, классно, опять обед. Нет, вы все какие-то ебанутые, некрасивые. Я не могу так выбрать. Поэтому решающее испытание. Сейчас я отвернусь, а вы меня должны как можно смешнее унижать. Понятно? Ну ты же такой милый. Ты сразу нахуй! Тимур, вы дурачок! Пошла вон! Знаете что, Тимур? Вы дрыщ! Но я бы вас все равно съела. Кажется, я догадался, кто это говорит. Следующее! Батрутдинов, ты говно! А ну-ка повтори! Ты тупое уебище, Батрутдинов! Да еще и в харче! Да, ты именно та, которую я искал всю свою жизнь. Все-таки ты изменяешь мне, тварь. Я так и думал. Я раз бульбасавр. Я выбираю тебя. Я крутой.